Всем привет! Сегодня будем разбирать песню группы «Воскресенье». Забытую песню «Несет ветерок» в тональности ми минор, родная тональность. Сыграем первый куплет, третий куплет. Почему третий? Там как бы есть место такое проблематичное, что нужно показать, как играть. И покажу, как играть коду завершения песни. Итак, приступим. Забытую песню несет ветерок, в задумчивых травах звеня. Но помню, что есть на земле уголок, где радость любила меня. Боже, как давно это было, помнит только мутной реки вода. Время, когда радость меня любила, больше не вернуть ни за что никогда. Все дальше ведет исковерканный путь от места достойных побед. И тот уголок невозможно вернуть, где честностью радость согрета. Может быть, в чужие края увела надежда моя меня. Может, эта радость моя поет, плачет и зовет, плачет и зовет. Начнем из разбора аккордов. Первый аккорд ми минор. Четвертая, пятая струна на втором ладочке. Следующий соль мажор. Берем так, баре, третий лад. Третья на четвертом ладочке. Четвертая и пятая на пятом. Также этот аккорд мы можем взять в такой позиции. Первая, шестая струна на третьем ладу. И пятая на втором. Следующий аккорд ля минор. Все его уже знают, но еще раз расскажу. Первая открытая, вторая на первом, третья, четвертая на втором. Пятая открытая. Также этот аккорд можно взять в такой позиции. Баре пятый лад, четвертая, пятая, струна на седьмом ладу. Есть, будет аккорд си минор. Так само, как ля минор, только на седьмом ладочке мы берем баре. Седьмой лад и четвертая, пятая на девятом. Также этот аккорд си минор мы можем взять вот здесь. Берем его так. Баре второй лад, вторая струна на третьем, третья, четвертая на четвертом. Будет аккорд ре мажор. Первая, третья на втором ладу, вторая на третьем. Играем от четвертой струны. Понятно. Давайте разберем вступление. Значит, изначально играется шестая струна. Регулярно через нее играется все. Делаем глушок. Вот прикладываем ладошку, вот эту вот часть ладони, на шестую струну, вот на этом месте, где струна ложится на порожек. Вот играем струну и ищем положение. Вот она у нас заглушилась, вот в этом положении нам нужно играть. Глушим только шестую струну. Понятно. Дальше разберем, что мы играем левой рукой. Два раза играем шестую, потом аккорд ми минор держим, играем четвертую и пятую. Снова два раза шестая. Потом отпускаем струны, играем открытую, четвертую и пятую. Еще раз. То же самое играем.
вот здесь вот так. Давайте еще раз медленно. Вот в конце мы играем открытые струны и потом приставляем на втором ладочке. И снова. И дальше вот такой ход будет идти у нас. Играем открытую пятую, потом на втором прижимаем и открытую четвертую, и снова на втором. Чтобы легче было это все быстро сыграть, играем пятую струну вниз, четвертую вверх и шестую вниз. Вот так. Еще раз все медленно. Потом играем то же самое. А вот в конце играем вот так. Да, вот так. Потом такой ход идет. Играется на пятой струне, четвертый лад, потом открытая пятая, прижимаем пятую на пятом ладочке, потом играем 5, 4 и открытая. Пятый лад, четвертый и открытая, все играется на пятой струне. Давайте все вступление сыграем медленно. Да, вот так. И выходим на куплет. И давайте разберем, что игралось в конце песни. Значит, играем два раза вниз глухими звуками. То есть сыграли и сразу заглушили. Или правой рукой, или левой. Как вам удобнее. Можете левой просто прикладывать пальцы. Или правой просто ложить руку на струны. Потом на глухих струнах я играю, имитирую, вернее, барабан. Вот так. Раз, раз, два, три. И аккорд ля мажор. Да, ля мажор мы берем так. Вторая, третья, четвертая струна на втором ладочке. Еще раз все. Потом играется басовый такой ход на пятой струне, второй и четвертый лад, и на четвертой тоже второй и четвертый лад, и второй. И второй вот такой ход я играю. На третьей струне начинаем, второй лад, потом подъезжаем на четвертый, играем вторую струну на третьем ладу, потом играем третью, три нотки, четвертый, второй и открытая. И заканчиваем песню. Просто два раза играем по аккорду ми минор.
Вот, в принципе, вся песня. Пробуйте, у вас, конечно, все получится. Всем желаю удачи, успехов. Пока.